Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня вновь немножко поговорим о катализаторе вдохновения. Помним, конечно же, о том, то, что заряды в нем не просто так даются. С целью получения заряда нам нужно сделать weekly квест, хотя бы на каком-то персонаже нашей учетной записи. И получив такой один заряд, мы можем его куда-то выгодно реализовать. Конечно же, мы прокручиваем для начала обычные вещицы эпические в сетовые, чтобы повысить свой этом левел. Набираем этом левел, чтобы нам было проще жить в этом мире военного ремесла в World of Warcraft. Но, конечно же, в тот момент, когда у нас уже кусочки выше 421 этом левела, или хотя бы там выше 415, мы можем пустить эти заряды немножко в другое русло, а именно в трансмог. В тот момент, когда мы будем трансмогрифицировать разного этом левела вещицы, мы будем получать разного внешнего вида какие-либо вещицы. Суть в том, то, что у нас имеются сеты рейдовые. Сет с элфера, поиска рейда, нормала, героика и эпохального режима. В тот момент, когда мы проходим просто рейд, когда мы закрываем мифик плюсы, мы лутаем различные вещицы разного этом левела. И в тот момент, когда мы эти вещицы превращаем в сетовые, мы получаем внешний вид, какие-нибудь там наручи, перчатки для определенного вида сложности. К примеру, перечислю абсолютно все этом левелы и куда они подходят. От 376 до 385 это LFR, 389-398 это Normal, Героик 402-411, Мифик сложность с целью того, чтобы получить такой вот грозовой сетик для ДК, нужно превращать вещицы 415-424 этом левела. Довольно-таки выгодно будет для начала дропнуть какую-нибудь вещицу с Мифик плюса, превратить ее в сетовую, таким образом мы получаем героик версию, да, и потом апгрейдим просто за доблесть. И в тот момент, когда мы полностью проапгрейдим за доблесть, мы также получим внешний вид для эпохального режима. Круто? Да, круто. То есть в данном случае мы получаем и ледяной сетик, да, ледяную перчатку, и грозовую. Круто, да, действительно круто. Но, конечно же, стоит помнить о том, что на это мы тратим один заряд. Ну, как вариант, можно это, конечно, делать на твинке. Но не думаю, что на твинке вам хочется лить доблесть ради этого и превращать какие-то там пояса, например, плащи. Хотя, кто знает, кто знает. Также стоит помнить о том, то, что за сбор сета любого формата абсолютно мы получаем достижение. А именно, находится оно в коллекциях во вкладке «Модели», «Воплощение стиля». Как-то так. Копите доблесть. Апайте гир, думайте, какой сетик вам нужен, может у вас вообще сет с LFR устраивает. Стартуйте. Самое главное, выгодно реализовывать эти заряды. Как вариант, правда, можно заняться этим на твинках. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!